В поселке Светлом сегодня взорвали казарму. Аварийные постройки в 242-м учебном центре ВДВ начали сносить по приказу министра обороны. Всего сравнять с землей должны 21 сооружение, среди них 5 казарм. Здания будут сносить с помощью направленных взрывов. Периметр учебного заведения оцепляют, ограничивают доступ гражданских лиц. Напомню, решение о сносе ненадежных строений было принято в августе прошлого года после трагедии с обрушением одной из казарм, когда в июле 2015 года под завалами погибли 24 курсанта. В Министерстве обороны разработали генеральный план развития 242-го учебного центра. Для этого потребуется провести реорганизацию инфраструктуры самого центра. Начало положено.